Всем привет! С вами Ярославна Громакина. Сегодня у нас будет уже шестое задание по прокачке наших страничек и групп, по поднятию социальной активности и продвижению ее комментариями. Сегодняшнее задание наше будет интересным. Вы предложите своим подписчикам и друзьям отправиться с вами куда-то, например, на необитаемый остров, не знаю, на Луну, в космическое путешествие, куда угодно. Если вы отправляетесь на остров, то вы можете написать примерно такой текст. Дорогие мои друзья-подписчики, давайте с вами поиграем в игру. Представьте, что мы оказались на необитаемом острове, и у нас есть возможность взять с собой только три вещи. Первый участник — это будете вы. Вы сами напишите, какие три вещи вы с собой возьмете. Например, там рюкзак с едой, палатка и мачете. Следующая суть игры — вы пишете, что предлагаете отгадать, вначале написать, для чего вы берете именно эти три вещи, и потом оставляете три свои. Таким образом, наш необитаемый остров будет пополняться все время новыми предметами, и это весьма интересно. То есть, если я беру рюкзак с едой, понятно, чтобы на первое время была еда, а палатка, чтобы понятно, где было нам жить, да, спасаться от дождя, и мачете — это для того, чтобы прорубать деревья, чтобы у нас был нож. Вот. Вы придумайте свои варианты, куда бы вы предложили отправиться людям, чтобы они с собой взяли, и я с удовольствием почитаю.